Ой, Лидка, у нас сегодня с Володей юбилей, 8 лет. Как вспомню, как мы с ним познакомились. Это была любовь с первого взгляда. Я сразу поняла, что мы будем вместе. Он позвал меня на первое свидание выставлять мясокомбинат. Володя, ты что, рамсы попутал? Я думала, ты меня в ресторан позовешь. В этот момент я не слышала ничего, кроме звука сирен. Легавые были слишком близко, и Володя поступил как настоящий мужчина. Володя! Я дождусь тебя, Володя! Через 3 года мы снова встретились. Володь! 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 Слушай, ну ты прям Дростофаном стал. Имя мое на пальцах набил. Тома. Тогда состоялось наше 2-е свидание. Володя, ты опять? Володя, ты опять? Такой дурак. Но такой любимый, Лидка. Володь! Володя! Прикинешь, со своим Василием Петровичем помирилась. С этим папиком? Он не папик. А как ты ему могла измену простить? Вот так. Я ж это, в Китай еду работать. Зачем? Суши крутить, что ли? Моделью по контракту. Кристи, какая модель? У тебя 1,58 м. С моей фактурой, с моим бэйби-фейс меня даже в Милан возьмут. Ты мои фоточки вообще ВКонтакте видела? У меня идеальное позирование. Кристи, тебе плохо? Нет, эта поза называется фэшн-спазм. А ты вообще мою походку от бедра видела? Я когда хожу за пивасом, на меня все внимание обращают. What the fuck? Bye! Крис, что случилось? Да ничего. Походу, не берут меня в это модельное агентство. Чё? Говорят, не формат. А я чё, зря в марафоне 24 дня участвовала? Останусь пеплом на губах. Сука. Модельная карьера так быстро заканчивается. Знаете, следующую песню, это вам огромный респект. Пишите в комментариях, что за трек. О, а ты чё ещё не на линейке? Да я была в библиотеке, книжки получала. Там Сашку встретила. Он подстригся. Тупо стал на пингвина похож. И чё ты теперь делать будешь? Буду ждать, пока отрастут. Капец, и за это лето так поменялось. Духовно выросла. Сиськи выросли. Так вообще видно. Снова эти 9 кругов ада начались. Блин, я еще в Марь Степанне должна 5 отработать за тот год. Мут просто ужраться в говнину. Давай, может, послабо алкоголки перед линейкой выпьем. Ну что, ты надумала, куда поступать будешь? Я вообще вижу себя в сфере IT. Видео в ТикТок снимать буду. Мамка напрягает, хочет, чтобы я юристом была. А ты чё? А я чё, я создана для эстрады. Вообще надо свой бизнес открывать. А у тебя чё, деньги есть? Мамка 50 гривен на сосиску в тесте дала. Ну, на стартап хватит. Пойдем на линейку. О, Крис, ты где такую тачку взяла? Ну, как бы я свой бизнес открыла. Сама с колен поднялась на ноги. А шо у тебя за бизнес такой? Алло, да. На ноготочки записаться? Да, вам какую формочку делать, балеринка или миндаль? Клиенты звонят. Ну слушай, Крис, ты такая вообще молодец, тупо бизнес-леди. Вообще так-то теперь упакованная. У нас есть и аппаратный, и комбинированный маникюр. Вам дизайн, бабочку или цветочек? Слушай, у тебя в машине какие-то прибамбасы есть? Даже поворотники есть. Помню, дед на Жигули, когда хотел налево повернуть, руку высовывал в окно. Потом в травмпункте лежал. Слушай, а ты что, до сих пор пешком ходишь, да? У меня вот как раз старые жетончики от метро завалялись, могу тебе дать. Ну, чтобы ты пешком не ходила. Девушка, что тут происходит? Я просто просил машину отогнать. Леонид Петрович, просто хотела, может, на моечку отправить, такая грязненькая уже, ага. Блин, это был этот муж нашей хозяйки салона. А, так что, жетончики на метро себе оставишь? Закрой рот. Look at Danny.
Загадываем следующий трек и пишем его в комментариях. Вы никогда не задумывались, что самые неожиданные вещи приходят в самый неподходящий момент? Я же тебя 2 месяца назад покупала! Или когда вы отчаянно в порыве пишете курсовую работу, поднимаете голову на монитор, а там... Или мое любимое, наушники, которые буквально испаряются перед длительной поездкой, когда тебе до самолета осталось несколько часов. Ой, как хорошо сейчас будет. Понятно, Аришка, не погуляем мы. Да чего, девушка, вы можете присаживаться. Чтобы мой ребенок перегаром дышал? Извольте. Одни алкаши тут вечно собираются. Идите в свой двор. Девушка, я тут живу. Да, конечно, я тут всех знаю. Тут вот архиповы живут. Вон там вон алкоголики, наркоманы, проститутки. Отдайте сюда, отдайте сюда. Девушка, что вы творите? Вот у меня потом Аришка насмотрится, как вы тут распиваете. На подсознательном уровне у нее тут все в головке отложится. Алкоголичкой станет. Она на вас уже насмотрелась. Так как выкину все. Вы что, снимаете? Вы что себе позволяете? Камеру убрала. Я сейчас милицию вызову. Дебилка, господи. Что ты меня снимаешь? Малолетки тут развелись. Ой, Аришка, попадаются ж такие ненормальные люди. Ничего. Мать за тебя любого порвет.